Добрый вечер, уважаемые родители, зрители, болельщики. Мы вас приветствуем в районе Зябликова, где сегодня в рамках Кубка Москвы по хоккею среди команд 2007 года рождения мы с вами станем свидетелями, по сути, южного дерби. Потому что и команда «Русь», которая хозяин этой площадки, и команда «Марина» базируются, ну, практически в одном районе. Практически, конечно, но округ точно совпадает, так что «Марина» хоть и приехала в гости к «Руси», но здесь на самом деле можно даже и пешком дойти, если захотеть этого. И сегодня обе команды сейчас между собой будут выяснять отношения на ледовой площадке. Стартовое выбрасывание. Хоккеисты «Марина» у нас выступают в бело-оранжевых цветах. Ну, а «Русь» такая армейская форма, триколор российский, тоже можно назвать его и так. Тоже здесь не, без неожиданностей. Первый бросок по воротам в исполнении команды «Русь». Это Артем Коньков, 10 номер. Этот бросок наносил. Еще одно вбрасывание. Переходим к составам. Потихонечку найдем, начнем с наших гостей. В воротах у «Марина» Антон Карис, 7 номер. Также заявки номер 30 Александр Агустин. А, кстати говоря, именно Агустин сейчас защищает ворота, а Карис смотрит за происходящим со скамеечки запасной. Едва мы здесь не перепутали, но главное, что все успели заметить. Первый состав, естественно, сейчас на площадках. Ну и первый состав команды «Марина». Вот он, вашему вниманию. Данил Никитин, 23 номер. Иван Зверев, номер 25. Никита Карачун, 26. Никита Перцевый, номер 44. Илья Прохоров, 50-й, Даниэль Джураев, 55-й, Ярослав Лебедев, 58-й, Артем Пешков, номер 82-й, Алексей Сапут, 98-й, и Артем Зубанов, номер 99-й, Андрей Германович Кошкин, главный тренер команды «Марина». Его подопечный сейчас в атаке. Первая такая вылазка, на второй минуте она лишь происходит, но первую минуту «Русь» здорово действовала. Сейчас «Марин» имеет момент, бросок по воротам. Еще возможность для броска. Ни разу шайба так и не дошла до вратаря «Руси», до Ильмира Гаянова. Именно он сейчас с Турем. Владимир Прокопов появится уже в матче у нас вторых составов. Ну а два вратаря других у меня в протоколе вычеркнуты, значит, их мы сегодня и не ждем. Что касается других хоккеистов первого состава «Руси», они следующие. Под третьим номером действует Никита Тюрин. Под 10-м Артем Коньков, 14-й Иван Батряков. 11-й номер, как я понимаю, Денис Симонов. Другой номер у него значился изначально, но вот так у меня ручкой подписано. И пятерка, если не ошибаюсь, изменена на единичку. Илья Решетников, капитан этого состава, номер 17-й. 19-й номер Семен, 19-й номер Степан Трегубенко. 37-й Никита Антонович, 42-й Станислав Зайцев, 69-й Александр Степанов, 71-й Александр Черников и 97-й Артемий Локтев. Сергей Иванович Глазунов, наставник команды «Русь». 2,5 минуты, чуть больше даже уже прошло. Равные. На мой взгляд, пока что все показатели этого поединка и по потенциально опасным моментом. Владение шайбы и команда где-то рядышком находится. В атаке «Русь». Левым краем развивается эта атака. Зайцев там. Падение. Эту борьбу вместо «Марина» выигрывают. И здесь разгоняется по левому краю Зубанов. Уже доходит практически до ворот соперника. Но бросить не дали Артему. Борьба здесь у борта. Получилось, что у меня не самый хороший сейчас обзор. И многие родители мне так мешают, которые склонились. Но я так делать не могу, потому что в камеру попаду сразу. Узнаете меня, может быть, не узнаете, может быть, познакомитесь. Но вот сейчас борьба за воротами «Руси» уже гораздо проще мне
за ней наблюдать. С очень большой задержкой этот матч сегодня стартовал. Изначально в 16.30 стоит время на сайте Федерации. Ну, соответственно, где-то 15 минут на раскатку. То есть 16.45, наверное, команды должны были стартовать в этом матче. Но вот считайте сами, около 25 минут, наверное, пришлось этого стартового бросания нам ждать. Хорошая атака Руси. Бросок с неудобной руки. И шайба у Антона. Нарагустин. В воротах 30-й номер. Шайба он забирает. Бросание в зоне Марина. Выиграл это бросание Илья Решетников. Бросок по воротам. Рикошет тут от хоккеиста Марина, между прочим. По-моему, там это Перцевый шайбу переправил за ворота. Выходит шайба из зоны. К ней рвется Денис Симнов. Да, у него здесь все правильно. У него 11-й номер, защитник этой команды. Марина получает возможность подобрать шайбу в чужой зоне. Успели там напрячь соперника. И вот сейчас атаку пытаются разогнать даже так. Броска, но здесь уже потеря в своей зоне происходит у гостей этого поединка. Думаю, все-таки принципиальная встреча между этими командами. Не знаю точно, не общался, к сожалению, перед матчем ни с кем из ребят. Но я думаю, что уже в этом возрасте примерно должно быть такое соперничество, когда ты играешь с соседями. Ну, по району, действительно, возможно, даже ребята некоторые из Руси, из Марина, может быть, и дружат, кто знает, может быть, постоянно друга видят здесь неподалеку. Ну, вот сколько от Зябликова ехать до Марина? На метро, по-моему, там две станции, если вообще не одна. Так что все очень рядом. Хотя, на самом деле, здесь еще спорный вопрос. Какого метро ближе от этого дворца, но я вот лично привык через Зябликова приезжать сюда, на Воронежскую улицу. Ну, в общем, это не столь важно, это особо к матчу отношения не имеет. А матч у нас пока что без голов. 6 минут команды сыграли. Атака Марина. Очень активен сегодня как Алексей Сапун, так и Артем Зубанов. Не дает к этой шайбе подобраться 23 номер. Но вообще, вы знаете, это с нарушением правил все было сделано. И зачем это сейчас сделал Данил Никитин, непонятно. Здесь, в принципе, уже раза два можно было до вот этого даже момента поднять руку и про удаление оповестить хоккеиста Марина. Раз смешал, два раза смешал, когда хоккеист Руси еще к шайбе даже не поспевал. Третий раз приложил уже в борт практически. Так что справедливое удаление. Да, вот похоже все-таки по тому, как родители переживают, болеют. Это действительно матч принципиальный для всех. Немного тут болельщики родители Марина начали поддерживать свою команду. Прошло секунд 20-30, и уже Русь-Москва раздается у нас здесь, во дворце. Катке, рикошет какой неприятный. Шайба поменял направление, с трудом здесь Агустин справился. Но команда в меньшинстве сейчас действует. Еще бросок не получается. Он у Степанова. Вышла шайба из зоны. И остается не так много времени на большинство. Но вспоминаем мы, да, действительно, регламент, что с
Смотрим мы матч 2007 года рождения. Здесь лишь минуту команда действует в меньшинстве, либо в большинстве. Не более того. Так что совсем скоро уже появится удаленный Данил Никитин. Бросок поворота, мимо, шайба проходит. Вот и в полном составе гости. Забрал шайбу здесь Агустин. Восемь минут 28 секунд. Сырина в первом периоде. Пока что ничья. Снова прилично заряжают болельщики. Я думаю, нашему оператору, который работает с камерой, со штативом, сейчас не очень приятно ощущать вот эти вот импровизированные барабаны. Сделали здесь из перил, поэтому прилично такая нагрузка на них. И в том числе и на камеру тоже. Ну да ладно, здесь запретить, конечно, болельщикам невозможно будет так не болеть. Это уже привычная картина для Руси. Такой клич мы слышим не первый раз, безусловно. Бросок поворотом. Мимо шайба идет. Сюда Казайцева. Хорошо встречают Кристо Руси, но, правда, затем ошибаются. Есть возможность бросить даже. Никита Перцевый был в атаке. Иван Бутряков. За ворота отправляет шайбу. Да, это самое лучшее решение в данной ситуации. Можно сейчас сыграть на защитника. Симонова сзади. Такую Симонов шайбу остается. Симонов. Не доходит шайба до пятака. И шайба летит в итоге в сторону Эльмира Гаяну. Соседи по турнирной таблице в группе Б. Русь и Марина на данный момент по 5 матчей сыграли. Ну, естественно, уже 7 сегодня или вчера уже свои матчи провели. Вот Русь и Марина такой немножко вынесенный матч играет в воскресенье. Не так часто это проходит. Но, с другой стороны, вот лично нам работать в воскресенье даже, наверное, в радость. Потому что в субботу действительно такой, я бы сказал, у нас завал. А вот в воскресенье хоккейных остался действительно всегда очень-очень немного. Опаснейший момент у Руси, но это не бросок, конечно, какой-то тычок получился. Еще момент у Руси, бросок в ближний угол, там надежен. Агустин. Хорошая скорость тут развивается. Кристо Марина. Финт мы видим, который не прошел, но тем не менее вот сейчас наброс, добивание, пустые ворота. Практически были пустые ворота, но спасает свою команду Эльмир Гаян. Прозевали здесь защитники Руси на пятаке Алексея Сапуту. Упал совсем один, бросал. Кто ему помешать, конечно же, уже не мог, но это только из хоккеистов пятерки. А вот вратарь был готов. Гаян все там выручает. 11 минут у нас прошло. По-прежнему ничья 0-0. Бросок вверх Кристо Марина. Здесь нельзя как-то на синей линии чужой ошибаться. Не очень удачно кольком шайба была подработана, но обошлось. Без контратаки опасный. Рой с шайбой. Через дом действует хозяева. Передача направо. Здесь Локтев. Локтев не точно хорошо отдает, но тут можно поджать соперника. Вот тот же Локтев сейчас шайбу получит. Коньков, Локтев здесь борется у Руси. Шайбу выцарапывают. И Марина тоже долго без шайбы оставаться не намерена. Цель таких ошибок в простейших ситуациях. Конечно, ребята нервничают.
пешка. Пошел сам защитник и потерял шайбу Степанов. Степанов и пешка молодец отработал здесь и выиграл шайбу из-под Степанов. Ставится шайба у Руси. Коньков, бросок Конькова. Коньков очень неплохой атакующий защитник. И с броском у него все в порядке. Сейчас вот это продемонстрировал. Штабу створ летит. И на месте Агустин. Красиво действует элегантно, я даже сказал, действует 55-й номер Марина. Даниил Джураев, шайба за воротами. Опять я на несколько секунд сейчас пропаду, можно сказать, потому что не вижу происходящего. Хочу мешать вашей картинке. Вот с этой стороны уже все гораздо проще. Здесь мы все видим, как вы, так и я. Вставляю шайбу Кисты Марина в зоне, по-прежнему не хотят с ней расставаться, не могут отобрать ее из Руси. Но только сейчас Степанов ее перехватывает. Неточная передача. Столкновение и удаление будет в составе. Ну, по идее, Хазет, конечно. В большинстве остаются гости за минуту и 51 секунду до конца первого периода. Посмотрим, кто сейчас будет это большинство пытаться реализовать. Никита Перцевой на точке вбрасывания. Вместе с ним здесь Зверов. Вместе с ним Лебедев. Ну и пара защитников, получается, Никитин. И еще одна пистола остается мне определить. По-моему, это Пешков. Да, 82 номер, все правильно. Еще одно вбрасывание. Скакивает шайба на Никитина. Никитин оставляет ее в зоне. За ворот отправляется. Здесь не поняли друг друга игроки Марина. И выбрасывают шайбу у хозяин. Пешков. Брать скорость Артем. Не первый раз он пытается индивидуально сыграть. Берет на себя игру, но через раз получается. Бросок не опасный. Зверев. Зверев тоже, видите, пытается сам выйти из зоны. Но его тут уже трое хоккеистов Марина, точнее Руси, опекает. Но он зарабатывает на себе удаление сейчас. Зверев. Вот если бы сейчас давали 2 минуты бы за удаление, только раз 5 на 3 бы поиграли достаточно долго хоккеиста Марина. А так лишь 9 секунд будет. На 2 хоккеиста больше у гостей. Но в целом, на самом деле, времени-то должно хватить на то, чтобы убить вбрасывание и доставить шайбу одному из свободных хоккеистов. Вбрасывание Марина все-таки проигрывает. Очень важное сейчас вбрасывание выиграли хоккеисты Руси. Последний выброс уже пошла. Четвером действует хозяева. Прохоров. Пошел в зону, бросает Прохоров сразу. Так опасно для Гаянова-то. Шайба была. 30 секунд. Как раз ровно 30 секунд еще и до выхода у нас Станислава Зайца. Еще один бросок и забирает. Хотя, посмотрите, едва-едва. Но накрыл шайбу там все-таки Гаянов. И в этот момент свисток тоже прозвучал. А уже затем шайбу выбили вместе с ловушкой. Ну, ловушка осталась, конечно, у Гаянова там, где нужно. И вновь поиграли брасли из Тимарина. Тут понят, который, конечно, когда действуешь в большинстве, очень-очень важен. Ну, в принципе, важен, но в таких ситуациях еще важнее он становится.
На этом все. У нас первый период завершен. 0-0 пока что остаются. Хоккеисты Руси еще в меньшинстве, но там секунду лишь будет. На скамейке штрафников прибывает Станислав Зайцев, и затем в игру он вернется. Ну а мы продолжим буквально через 2-3 минутки. Все у нас в этом матче, в принципе, неплохо, кроме того, что не хватает, наверное, голов. 0-0 по итогам 15 минут встречи. Ну вот, так за всю историю наших матчей, вот этот матч, который я работаю, ни разу не видел, чтобы два раза за период были нули. Один период 0-0, в принципе, в этом ничего такого необычного нет. В детском хоккее такие встречи случались, конечно же, может быть, не так часто. А вот если первый состав закончит вообще свой матч за счет 0-0, вот это, конечно, для меня будет прямо сенсация. Такого тоже точно со мной никогда не было. Может быть, даже и с командой, в том числе тоже. Но я думаю, что шайбу мы увидим в этом матче. Вот сейчас неплохая была возможность для этого у Артемия Локтева. В атаке Марина. Зубанов. Не сумел стоять на коньках. Вот здесь передача не пройдет. Здорово. Сыграл здесь, прочитал эту передачу Ярослав Лебедев. Точнее, нет, там не Лебедев был, наверное. Лебедев сейчас бросал поворотом. Видимо, Прохор. 50-58 номера. Похоже, так издалека. Ну а и, я понимаю, там Прохорова немного не заправлен снизу, точнее сзади свитер. Не опущен вниз, поэтому нолик чуть-чуть не виднеется. Хороший здесь момент, может быть, у Руси бросок. Еще бросок, рикошеты. Не в пользу Руси, а в пользу Марина в этой ситуации. Спасает достаточно спокойно Агустин свою команду, ну и стоит отметить, что и броски не были сложными.
3,5 минуты. Периоде. И трудно, наверное, вспомнить пока что вот за эти 17 минут какого-то момента, про который надо горевать, да, кому-то из команд. Броски есть, но тоже, наверное, сказать, что их было очень много. Какого-то там выдающегося сейва вратаря. Ну, может быть, раз Кристоф Марина был такой эпизод, когда добивание случалось. Вот, наверное, и все, что можно вспомнить. Не дайте здесь прорваться. С четвертого номера Марина к воротам. Снова борьба. Ее будет в этом матче, похоже, много. Можно бросать. Я думаю, со штанги шайба проходит. Пешков. Ну что, снова сам Пешков начнет здесь наворачивать. Уже неплохо разогнался. Вошел в зону, бросает Пешков. Но бросок не очень подготовленный. При этом Пешкову надо еще и назад возвращаться, потому что все-таки он играет защитника в первую очередь. Ошибается тут в таком же примерно проходе Илья Прохоров. Локтев. Кому отдать? Некому отдавать эту ситуацию Локтеву. Сапута. И у него шайбу отбирают. Вот так вот на встречных курсах играют и те, и другие. И, как правило, потеря происходит. Сейчас, может быть, Сапута все-таки дойдет до ворота. Да, передача здесь 98 номер. А тут накрывает броск. И подходит шайба Иван Бутряков. Глава, между прочим, кстати говоря, может быть опасно. Хорошая передача, можно бросать в дальний угол. Может... Хороший привод направо. Локтев. Можно сыграть на защитника, а можно самому здесь выйти на бросок, но накрыли его. И не успевает тут Никита Тюрин сопернику. Джураев. Тормозит Джураев. Хорошая пауза. Дальше снова. Вот каждый раз, когда кто-то из игроков берет на себя, удается ему справиться с одним игроком, удается справиться где-то и с другим. Но дальше третий возникает. И вот тут уже очень-очень сложно. А тут что? У нас выход один в один. Нет. Не дали Лебедеву убежать. Даже неожиданно сейчас получилась ситуация, при которой Лебедев мог вырваться к воротам Руси в полном одиночестве. Непонятно, с чего это все возникло. Очевидные ошибки. Степанов. Здесь шайбу теряет. Ну что, уже более 20 минут без голов у нас. Тюрин. Справляет шайбу Никита. На Коньков играет. Коньков здесь совсем один. Есть время продвинуться. Перевод не проходит. Отлично, здесь успел вернуться Иван Зверев. Опустился. Сейчас за воротами проехал. И сам начинает... эту атаку. Здесь еще Зверев и отбирает шайбу. Тут уже ближе к воротам гораздо. Зверев сам, скорее всего, пойдет, но тут без скорости. Он действовал, так что, конечно, тяжелее. Но было, нежели если из своей зоны разогнаться. Передача доходит. Пас до ворот. И дальше борьба. Зверев едва не переправил шайбу. Вставлял клюшку, но там и из труси тоже был. А вот гол! Ой-ой-ой! Как попадает Артем Пешков! Защитник Марина отрывает счет в этом матче. И, по-моему, проспал этот бросок Эльмир Гаянов. Другого объяснения этой шайбы мне найти сейчас, наверное, уже не удастся. Сейчас посмотрите повтор, как...
Пешков. Эту шайбу отправил в сетку. Тоже очень результативный защитник. Вот если у Конькова 6 плюс 6 было до этого матча, то вот у Пешкова, как я понимаю, 8 шайб в сезоне. 6 голевых передач. Так что теперь это 15 очко, 9 гол. Конечно, статистика уже не обновилась, пока я туда заходил. Но неважно. Еще момент у Марина. Ну вот и гол. Мы увидели, что самое, наверное, важное. Дальше, я думаю, пойдет повеселее. Со средней дистанции Пешков бросал. Даже, может быть, ближе к синей линии он находился, ниже к воротам. Ну и попал очень удачно. Но не скажу, что этот бросок был каким-то мертвым. Зубанов. Зубанов у ворот уже. Бросок Зубанова. И вот сейчас свою команду по-настоящему спасает Гаянов. Что называется, отмазался за тот эпизод. По-моему, Гаянов все-таки здесь шайбы коснулся. Не сильно, но мимолетно. Еще момент. Бросок ближний. И снова Гаянов. Ну все, точно. Точно надо простить за эту шайбу вратаря. Сейчас два раза Гаянов свою команду выручает. Гораздо более, кстати говоря, сложная ситуация. Девятая минута второго периода. Бросание остается за командой Русь. Степанов догнали его. Не вышла шайба из зоны. И сейчас тоже. Хотя на самом деле было похоже. А тут арбитр силовой прием применяет игроку Марина. И что? Ну просто сейчас арбитру повезло, что шайба не попала в сетку. Иначе пришлось бы потом, я думаю, выслушивать. Такого я еще не видел, чтобы силовой прием применил арбитр. Сам себя, наверное, не удалил. Хотя можно было бы так отправить на публику. Бросок исправляется снова с этим броском Александр Агустин. Ну давайте посмотрим повтор этого забавного эпизода. В первую очередь здесь вот раз врезается, сбивает арбитра и все. 2-1 оказывается команда Русь. И, кстати говоря, бросок-то был очень хороший. В штангу шайба попала и дальше просто повезло, что не отскочило в ворот. Удаление будет в составе Руси. Шайба остается пока что. Шайба остается у гостей. Но ненадолго. Ну вот и пошли у нас такие моменты, которые действительно мы отметить можем как очень и очень хорошие. Знаем шансы, которые были реализованы хистами Марина. Уже при счете 1-0 в пользу. Ну и вот и Русь тоже в штангу попала совсем недавно. Сейчас команда в большинстве. Пешков неудачно в зону вошел. Шайбу прямо на клюшку сопернику отправил. Новый заход. Мало-мало. Хисты Марина играют, конечно, в передачу. Пас... побольше в этих ситуациях, гораздо было бы опаснее. Как сейчас здорово действует. Бросок из убойной позиции. И выше заряжает Даниэль Джураев. При вот начале атаки иногда жадничают немножко игроки Марина. Пытаясь собирать одного, двух, трех игроков. Пусть так просто, конечно, этого не даст. А вот момент, который есть у 17 номера, мы видим. Разве здесь не было ли удаления? Илья Решетников... На мой взгляд, его сбили не по правилам. Понял, в составе уже у нас Русь. Но при этом и в меньшинстве Русь создала момент очень-очень хороший. И на мой взгляд, там удаление-то все-таки было.
Томович. Очень хорошо работает шайба. Да, ой, это его передача, да. Черникова, Черников, бросок, но не слишком сильный. Степанов. Открою вам небольшую такую тайну. Сегодня с утра тоже у нас были прямые эфиры. И некоторых хоккеистов, которые сейчас на площадке, я уже сегодня комментировал, на самом деле. Знакомые фамилии, не буду говорить, кто это, не буду говорить, в какой команде. Дабы не раскрывать все тайны, мало ли расстроится руководство того или другого клуба. Не знаю, как в этом возрасте относится к тому, что ребята проводят не первый матч на сегодняшний игровой день. Наверное, все-таки матч этот поважнее может быть. Хотя, кто знает, тоже сложно говорить за каждым. Но в любом случае, для ребят это все равно подспорье большое. Это лишний матч, лишний шанс себя проявить, какие-то вспомнить игровые действия. Компоненты, которыми, естественно, тренировках тренеры учат своих ребят. Вот здесь, в этих матчах, это должно и проявляться. Хорошая передача в исполнении Локтева. Еще момент, и шайбу забирает Александр Агустин. Идет он сухой матч, остается ему 3 минуты лишь продержаться, и, во-первых, его состав, первый состав Марина победит, во-вторых, сам он будет одним из героев, безусловно. Спешит на точку вбрасывания сейчас Данил Никитин. Но там не участвовал, он, естественно, защитник, просто долго свою позицию занимал. Тюрин. Точная передача на Бутрякова. Бутряков встречает уже здесь. Передача не точно в плане Бутрякова. Снова Тюрин к шайбе прикатывает первым. И ошибка. Хороший пас не попадает здесь. Друг Руси на дальней штанге он находился. Так и продолжается тем временем. Бросок в ближний угол. Да, мог там Артемий Локтев забивать. Меньше 2 минут до конца. Потеря. Кисты Марина пытается убежать, но очень быстро Русь садится. Отрабатывает Степанов налево. Степанов бросает поворотом. И Агустин выручает. Во втором периоде. Лишь одна шайба за вот эти вот 28,5 минут. Симонов. Остается шайба Руси. Опять я не вижу происходящего. Надеюсь, вам все видно гораздо лучше. Только вот вылезут хоккеисты Руси оттуда, либо хоккеисты Марина. Сразу вот я начинаю все, естественно, замечать. Мы сейчас с хоккеисты Марина шайбы находились. Меньше минуты до конца. И два. Доказали Александра Агустина. Здесь не сразу он шайбу забрал, она отскочила и была попытка добить. 14 минут 13 секунд. Сыграно во втором периоде.
Остав Зайцев на точке бросания Руси. Нужно, конечно, его выигрывать сейчас. Но даже если проиграть, Кристо Руси играть еще достаточно много. Даже сейчас, когда шайба оказывается у вратаря Руси, который немножко прометил сейчас действовал, не стал шайбу забирать, не стал ее в целом и откидывать никуда. А нет, Нюра, если бы тот не успел, если бы тот проиграл скоростной забег, то... Был бы... Ой, какая ошибка сейчас, и сравниваю счет хоккеисты Руси! 1-1, ну какой же грубейший ляп сейчас Кристо Марина допустили. Ну как же так через центр, через пятак выбрасывать шайбу? И слушай, выбрасываешь, что делает верхом, так чтобы вообще никто даже не смог шайбы этой коснуться. А так прямо на клюшку соперника и забрасывает шайбу у нас Станислав Зайцев, да? За 21 секунду до конца. Там еще и голевую передачу кому-то записали, хотя, честно говоря, непонятно, на кого она там может быть записана. Смотрим этот повтор сейчас вместе с вами, мне удается это сделать. И тому, что там голевая передача-то. Лишний ассист кому-то записали. Интересно, интересно. Ну ладно. За 21 секунду до конца Русь отыгралась. Ничья 1-1. Может быть и справедливая ничья, но Русь еще может и в этот матч и вырвать. Если бы сейчас Решетников налево сыграл. Выходит шайба из зоны, ну и все. Все, в этом матче первых составов ничья у нас состоялась. Ничья боевая, ничья интересная, красивая. Если Руси спаслись. Хоккеисты Марина просто потеряли, конечно, сейчас эту победу. Допустить такую грубую ошибку на последней минуте. Ну что ж, ничья 1-1. Напомню, что отличился у Марина Артем Пешков. Ну а Русь сравняла счет благодаря усилиям Станислава Зайца. Ничья 1-1, но это только половина этой игры. Далеко. Все равно не уходить сейчас, пускай будет и большая пауза, пускай будет сейчас и заливка. Все равно минут через 15 встреча возобновится.
Итак, друзья, как я и обещал, буквально 15 минут мы с вами отдыхали. А тем временем команды уже разминались вовсю. Вторые составы Руси и Марина на площадке. И вот-вот встреча возобновится. 1-1 у нас достаточно такой нерезультативный поединок пока что получается. Не знаю, что будет дальше. Но вообще, наверное, эти цифры 1-1 закономерны. Потому что есть у нас такая статистика. После двух периодов наш режиссер Олег Меркулов ее подсчитал, предоставил мне. Так вот, в целом абсолютно равный поединок получается. Там все показатели. Если с небольшим привесом кто-то и выигрывает, то в 1-2, не более того. Ну, либо броска, либо вбрасывание. Да и вообще, по-моему, по броскам, сейчас я вспомню быстренько, там 20-18 было в пользу Руси. По вбрасываниям тоже на одном вбрасывании Русь была впереди. По моментам абсолютно равенство. То есть в целом здесь игра на эти 1-1 как раз и состоялась. Сейчас у нас состоится удаление. Ну и пока отправляет отдыхать 24-го номера команды «Русь» Дмитрия Куприянова, есть возможность вам составы, вторые составы представить. Итак, начнем мы с Марина здесь в воротах. Илья Грязев, 97-й номер. Номер второй Илья Бензов. Номер третий Тимофей Майоров. Номер четвертый Егор Небобов. Опасный момент тут же в большинстве создают хоккеисты Марина. Тимофей Гиртман, номер 15-й. Малик Шабанов, номер 17-й. Иван Морозов, 21-й. 41-й Дмитрий Лашков. 30-42-й. 42-й номер Григорий Богуш. 62-й Данила Громов. 72-й Андрей Чубыкин. 45-й Иван Трофимов. И 92-й Артемий Евстрат. Это гости, что касается хозяев. То здесь в воротах Владимир Прокопов. Под вторым, под первым номером. Да, он играет. Пятый Алексей Сорвачев, седьмой Артем Худин, восьмой Даниил Павлов, 21-й Олег Ткаченко, 24-й Дмитрий Куприянов, 44-й Роман Одинцов, 65-й Семен Маргарит, 70-й Иван Титов, 72-й Арсений Павлов, 73-й Андрей Щагин, 74-й Евгений Адамов, капитан команды, Дмитрий Жираков, номер 82-й и 87-й Георгий Гурн. Вот такой состав у Руси. Через 5 секунд уже появится на площадке Дмитрий Куприянов у хозяев. Ну и дальше 5 на 5. Мы посмотрим, сейчас Куприянов уже на площадке. И, кстати говоря, если бы его увидели партнеры, если бы была шайба готова для передачи, то можно было как раз Куприянова и подключить. Вот там на красной линии располагался совсем один. Ой, шайба до Руси. Вот здесь очень плотно играют. Перевод. Дойдет. Дойдет пас до Дмитрия Лашкова. Сейчас тут уже бросать. Родители, но нас кому здесь не увидели. А вот это сейчас со средней дистанции, даже, я бы сказал, со средней здания, потому что из средней зоны пошел бросок. Мы его увидели. Брас в зоне Марина. Брос на ворота неплохой. И никто не поставляет шайбу. Клюшку под бросок Георгия Горлова. Шайба проходит мимо. Не, вот здесь удаление. Марина, Трофимов. Шабана. Борется 17 номер практически в одиночку. Здесь помогает ему партнер, который едва не вылез сейчас на пятак. Ну, вовремя шайбу выбили.
Выходит шайба из зоны. Казалось бы, но нет, тут очень вовремя Истомарина подъехали. И опять заблокирован бросок. Не в первый раз уже в этом матче. На этот раз Трофимов его выполнял. Хотя там и дошла шайба в итоге, да, Прокопова, но это совсем не стоит какого-то внимания. Преимущество, на мой взгляд, владеет сейчас Кистумарина, территориальным преимуществом, которое никак не перейдет в голы. Вообще какие-то моменты прям опасные. Оно не выходит. Но все равно Русь большую часть пока что этого третьего периода проводит в своей зоне. Бензов. Отняли у него шайбу, но тут же Бензов вновь ее себе возвращает. И тут же вновь у него ее отнимает. Ну и что, сейчас опять Бензов шайбу заберет. Завладеет ей. Не факт. Вылезлев из Таруси. Но до броска дело не довели. Прокопов не стал выходить. Здесь успеет первый, скорее всего, к шайбе Георгий Горлов. Да, здорово играет 87-й номер. Прежде очень много борьбы у нас в этом матче. Не самый яркий хоккей мы смотрим, но при этом все равно игра смотрится. Как это не удивительно, как это не парадоксально. Элегантно здесь коньком передача выдает Истомарина. Вот атака, которая заканчивается броском. В исполнении Малика Шабанова. Выкидывает шайбу хозяева. И можно направо перевести, но передача налево следует. А здесь справа совсем один был Олег Ткаченко. Бросок поворота. Не доходит шайба. И здесь потеря. Рвется к этой шайбе. И, может быть, даже будет первый здесь. Трофимов отличную передачу задумал. Правда, вот выполнить ее идеально не сумел. Маргарита, ай-яй-яй, сейчас немного уехал вперед. Бросок поворотом здесь, конечно, не опасное исполнение Одинцова. А вот до этого Маргарита чуть-чуть бы притормозил. Шайба просто бы на крышку ему упала. И там выход, может быть, даже и 2 в 0. Тут проблемы с обработкой шайбы. Приятов. Нашел, по сути дела, Маргарита. Но опять, как только есть проблема с приемом, сразу хоккеисты, ну, либо Марина, либо Руси, очень грамотно атакуют соперника. Моментально не дают никакой свободы. И вот такая здесь борьба происходит. Здесь опасно. Здесь это Евгений Адамов. Он сыграл по-капитански, наверное, надежно и уверенно. 8-я минута третьего периода. Адамов. Можно бросить, а можно и отдать. И отсюда бросить. И в дальний угол не попадает хоккеист Руси. Щагин. Разворачивается Щагин на Одинцова. Там шагу убивает.
Очень-очень вязкая игра. Вот только сейчас есть небольшое пространство у Лошкова. Один он в зоне практически. Сейчас только его партнеры, которые менялись, прибывают в зону соперника. Но Лошков не справился. Там 4 хоккеиста против него в целом были. Не все, конечно, вступали в борьбу, но свободно до какого-то места, куда можно было с шайбой ускориться, не нашлось. Павлов. Какая передача. Включается Игорь Небобов. И этот пас не проходит. Доходит шайба до Майорова. Майоров отправляет ее за ворота. Морозов. Данили Морозова. Клюшка там пытается он забрать у соперника. А вот шанс для Артема Худина. Худин. Ну, толком даже ни разу и не бросил. Так, шайба по-прежнему Худина. Доходит передача до Куприянов. Куприянов в створ не попадает. Худин и Пятаки сейчас совсем один. Получает он передачу. Бросок еще один Худина. Вскочила шайба, но арбитр чуть раньше дал свисток. 9 минут 29 секунд сыграно у нас в этом периоде. По-прежнему табло немного такие удивительные 1-1. Ну, удивительно, не только лишь потому, что привыкли мы все-таки видеть много голов. Сегодня этого, скорее всего, не произойдет. Находит шайбу до Титова. И вот, Кисту Марина вступить в борьбу, шайбу отняли. Спешу, как мне кажется, сейчас Прокопов вводить шайбу в игру, пытался избежать брасывания. Под прессинг попал. Хороший Титов обыграл одного. Доходит шайба до Ткаченко. Ткаченко. Удаление. Удаление состоится в составе гостей. Пока никто в этом матче не реализовывал большинство. Не так много ударений, в принципе, было. Если не ошибаюсь, это четвертый в этом матче. 1-1. 10 минут 33 секунды. Отличная передача. Исполнение Куприянова. Куприянов снова наброс на ворота делает. Но вот если до этого он делал именно передачу, то сейчас просто на ворота. Отправлял шайбу. А сначала был именно нацеленный пас. Никак бросок не проходит. Открывается Куприянов. Получает шайбу 24 номер. Ну что, бросок будет. Приближается Куприянов. Бросок мимо. Все здорово, здесь все правильно делал Дмитрий. Выждал паузу, прибился к воротам, прицелился, но не попал. Снова приятный бросок, неприятный такой по высоте получается для Ильи Грязева. Уже в большинстве. Нет, появился, да, Кисту Марина. Уже не в большинстве, точнее. Так вот сейчас хоккеисты гостей. О, такая сумбурная игра. Много шайба задержится в средней зоне. Вот такие вот здесь эпизоды, когда просто фехтование такое происходит клюшками. Не хоть шайбу отпускать надолго. Павлов.
Ход передачи здесь можно бросить. Побыстрее бы затянул немножко Титов. А дальше же, может быть, уже и передачу стоило отдавать. Удачная передача у нас при начале атаки. Ошибаются и хозяева. Есть ощущение, что уже как будто у нас завершающий период в этом матче. Тут команды боятся вот этой роковой ошибки. Не рискуют, играют очень внимательно. Встречает соперника даже уже в средней зоне. Ни в коем случае не в своей. Но именно по этому моменту у нас считанное количество в этом поединке. Бедза бросает. Не Бедза, конечно, а... другой хоккеист бросок выполнял. Хороший перевод. Оставление не слишком грамотное. А вот есть выход один в один. Получается у Богуша бросок. И выше шайба летит. Но там, по-моему, Прокопов. Прокопов здесь сыграл. Нет, это не Богуш был, это Трофимов. Иван Трофимов, 45-й номер, не 42-й. Рывался на РНДУ с вратарем соперника. Не использовал свой момент. Так, и что, удаление, по-моему, да? Удаление в составе хозяев. За минуту до конца. Марина в большинстве. Но удается Руси набрать шайбу. А здесь чисто по мнению арбитров все сыграно. Русь убивает время в атаке. Ткаченко. Удачу хорошую выполняет. Правда, единственное, она верхом пошла, поэтому партнер не остановил эту шайбу. Небобов. Ближнему бросок. Не опасно это. 25 секунд. Здесь есть пространство. Бросок сильный. С хорошим замахом. Но и Морозов не попадает в створ. Трофимов. Трофимов уже около ворот в дальний угол. Наверное, в другой любой угол не проходил, потому что Кипрен находился рядом. 3 секунды. Времени нет на... атаку на бросок. Было время, но не подсказали. Не подсказали хоккеисты Руси, что уже сейчас будет сирена. Ну что ж, у нас второй период в этом матче, который завершается без голов. Первый и третий период у нас завершается со счетом 0-0.
Продолжается южное хоккейное дерби. Две команды из этого округа бьются между собой. И все доходит уже до четвертого периода, где пока что ничего не ясно. 1-1 у нас в матче Русь-Марина. Граф не насыщенная моментами. Но смотреть за таким хоккеем тоже очень и очень интересно. Мороз с шайбой. Реализовали Морозова. А тут можно попробовать убежать. Успеет это сделать Иван Титов. Слишком острый угол, уже слишком позиция тяжелая для того, чтобы вообще что-то предпринять. Даже передачу отдать. Бросок поворотом здесь тут и удается. Кстати говоря, Семену Маргариту в падении. Но так могло и залететь ворот на самом деле, потому что неожиданный бросок произошел. Все могло там в любой момент застать врасплох. Не в грязи. Жураков. Шайба за воротами. Опять сблокировали. То ли передача, то ли бросок. Но не важно. Главное, что шайба никуда не дошла. А вот здесь есть шанс для броска. И спасает грязи в свою команду. Гоняет шайбу здесь Андрей Чубыкин. Чубыкин отпустил шайбу не вовремя, как. Сразу момент для Руси. Вот шайба на пятаке, бросок и гол. 2-1, Русь выходит вперед. Но вот опять ошибка Марина на ровном месте приводит к пропущенной шайбе. Ну как же так, второй гол в этом матче Марина привозит сами себе. И тогда, и сейчас. Алексей Сарвачев, 5-й номер. Там, где нужно, оказывается, и выводит свою команду вперед. Вот, посмотрите, есть на пятаке, на добивании. Сыграл на отскоке. И Русь впервые в этом матче оказывается впереди. Напомню. Впереди были гости по ходу второго периода. Наступили. Казалось бы, уже чистая Руси в матче первого состава, но отыгрались на последней минуте, там за 21 секунду, если не ошибаюсь. И более того, сейчас еще и сейчас уже Русь впереди. И продолжает Русь атаковать. Естественно, на волне успеха, как же иначе. Так иногда и опасно вот так вот действовать, потому что соперник может не наказать. Можно успокоиться, можно так забыть про оборону. Вот как сейчас, посмотрите, какой опасный момент. И штанга, по-моему, штанга была в этом моменте. После броска Трофимова, после небольшого рикошета, она точно попала в каркас, там зазвенела немного. Успели поменяться вовремя хоккеисты Руси. Сейчас 3-3 вот эта атака проходит. Нет, остальные ребята. Открывает бросок хозяева. И тут же сами пытаются прорыв убежать. Но сегодня, да, посмотрите. Сегодня очевидно, что никому много пространства не дадут.
Поэтому каждая ошибка в этом матче на вес. Золото, если это все будет использовано. 4 минуты сыграно у нас в четвертом периоде. Среднее за ним вбрасывание. Отличный, отличный проход получается. Бросать, конечно, опять не дают практически Христа Марина. Еще момент. Втягивает шайба, да. Дмитрий Лошкова. Вот сейчас Олег Меркулов, наш режиссер, вспомнил недавний поединок между командой «Русь» и «Крыльями Советов», который проходил на Сетоне. Так вот там, я помню, гораздо был более атакующий хоккей и красивые голы. Их было тоже немало, как у «Крыльев», так и у «Руси». Но вот сегодня совсем другой хоккей. Может быть, вынужден играть «Русь», потому что где-то и соперник мешает. Где-то сама «Русь» не в своей тарелке. Посмотрите, куда шайба отлетела, куда она опустилась. Не везет немного хозяевам. Сейчас могли третью шайбу забрасывать и приближаться к победе. Вот хорошая атака. Вот эта передача удачно прошла. Попрыгала там как лягушка шайба и дошла до игрока «Руси». Ну а дальше сейф в исполнении Ильи Грязева. Здесь достаточно опасно. Опять на пятаке один из кистов «Руси». Ну не то чтобы гуляет, вообще сегодня пятак надежно прикрыт у тех и других. Хотя голы, опять же, были. Как раз когда кого-то забывали. Вот, собственно говоря, второй гол вспоминаем. Там на добивание «Руси» оказалось там, где нужно. Шестая минута у нас заканчивается четвертого периода. 2-1, «Русь» впереди. Важный матч с точки зрения таблицы. Опять же, напоминаю про нее. Команды рядышком находятся, но любой клуб, который сегодня одержит победу, и скорее всего этим клубом будет «Русь», потому что сейчас очередной гол, такой достаточно такой курьезный, но, что самое важное, он трудовой. Этот гол состоялся. 3-1. На того же шайбу-то запишут. Мы смотрим, здесь какой рикошет случился. От какой клюшки? От клюшки вратаря, что ли? Или от кого? Или от кисты в белом шлеме? Хотя радуется у нас совсем другой игрок «Руси». Давайте ждать объявления судьи-информатора. Там арбитры подскажут нам, в том числе тоже. Честно говоря, не расслышал я. Сейчас объявление. На этом катке кто же все-таки стал автором этой шайбы. Продолжается наступление «Русь». Достаточно активно команда действует в последние минуты. Но вот есть у меня ощущение, что Артем Худин, 7-й номер, до него же его записали, он там был на пятаке, это точно, семерка там находилась. Но да ладно, главное, что «Русь» таким вот образом оторвалась в счете за 8 минут до конца.
песни игры. Югасиев сейчас возникнет и шайбу в сетке. 3-2. Ответили гости вот этим классным броском. Только я хотел сказать, что Иван Трофимов сегодня очень активен. И сейчас 45-й номер бросил и попал, что самое важное. 3-2. Очень вовремя отвечают этой шайбой гости. Правда, конечно, надо отвечать еще одну шайбу для того, чтобы все вернуть на те позиции, которые были, в принципе, не так уж и давно. Да, есть такое ощущение, что концовка все-таки у нас будет очень и очень жарко. Внезапно пошли голы, что тоже приятно. Сидел 3 шайбы за достаточно короткий промежуток времени, мы его видели. Снова Трофимов там активно действует. Трофимов получает шайбу от Морозова. Здесь справляется. Худин бросает вперед Маргарита. Но вот Маргарит либо Худин отличились у Руси третьим голем. Радовался Маргарит, но показалось мне, что записали шайбу как раз на 7-го номера, но не уверен. Не уверен, я думаю, что в протоколе самое правильное будет посмотреть. Маргарит, бросок Маргарита. Отскакивает шайба Артема Худина. Борис там Маргарит с защитником, но Марина здесь удачливее. А вот здесь еще раз Маргарит шайбу получает. Так броска мы и не увидели. Приянов здорово забрался, но Маргарита сыграл. Маргарита паузу делает, бросок, подставление тут может быть. Работает на пятый игрок Руси. Ну, наверное, самый интересный получается четвертый период. Много моментов, бросков увеличилось у нас количество. Мне уже надо рисковать. Так, удаление будет в составе Марина, безусловно. За ней правильно атаку соперника. И 5 минут до конца. Тайм-аут. Она достаточно так рано. Я ожидаю чуть попозже. Ближе уже к последним минутам. Но еще 5 минут командам играть в этом матче. И тайм-аут берут представители Марина. Сейчас команде, конечно, очень важно отбиться. Ну что ж, Брасня Русь выигрывает. Брасок тут же мы видим в игре. Илья Грязев. Так, шайба Русь. Еще бросок мы, скорее всего, увидим, да. Исполнение Адамова, такой набросик был. Отбрасываются гости.
помогает Адаму Прокопов. Немного у него работы, конечно. Может быть, именно поэтому он неудачно отразил бросок. Трофиму, если вообще можно сказать, что отразил. Неудачно сыграл в моменте. Тащит шайбу Адамов. Мощный защитник. Сейчас Денишко ее привез в зону. Партнеры остались чуть сзади. Снова находит шайбу до Адамова. В полном составе Марина. Сейчас здорово играет на пятаке там защитник гостей. Иначе бы шайба дошла до ключки соперника. Но Тимофей Майоров остановил шайбу. А вот здесь. А вот тут шантик. Притормози, да, бросить. Шабанов все, что мог, наверное, в этой ситуации сделал. Теперь партнеры должны тоже поработать. Морозов, Трофимов там же. Сейчас 45-й номер с шайбой. Остается. Вставление не слишком удачное, но молодец и Морозов здесь. Нет шайбы и до Майорова. Возвращается в зону Хиста Марина. Бросок поворотом. Слабенько Чубикин здесь. Шайбу отправил к чужим воротам, но при этом очень технично разобрался с соперниками. Титов. Открывает Титова. Поехал он добивать, но, правда, там особо нечего добивать в этой ситуации. Так, по времени у нас, вы сами прекрасно знаете, я себя смотрю, 2 минуты 50, даже меньше уже секунд. 40. 40 их остается. Ну и совсем скоро, я так понимаю, у нас уже Илья Грязев поедет меняться на шестого хоккеиста. Я думаю, что тайм-аут, который прошел на нем, в этом тайм-ауте тоже было обсуждение ситуации, когда Грязеву предстоит ворота покинуть и предстоит ехать меняться. Но пока что еще рановато. Минуты полторы нужно, наверное, пройти. Может быть, чуть меньше. В атаке гости. Лужков. Забирает шайбу. Владимир Прокопов. Вбрасывание. За минуту 56. Так, смотрю я на Грязева. Он спокойно пока что занимает ворота. Нет. Призывая скамейку дать ему команду. Я думаю, что сам прекрасно все знает. Может быть, и не будет смены вратаря. Это может быть только мои предположения. А здесь ошибка едва не состоялась. Не попал по шайбе там Майоров. Отбивается, отбивается. Русь никак не получается шайбой завладеть. Марина тоже здесь сумбурно действует. Ну, впрочем, как и весь матч такой проходит у нас в такой вот борьбе. А вот сейчас вновь не дали бросить. Раз гости, Егор Небобов хорошо сыграл. Ошибаются хозяева в атаке. Между прочим, 3 в 2. Сейчас Марина оказалась в чужой зоне. Последняя минута пошла у нас. По-прежнему находится в воротах Илья Грязев. По-прежнему он их не покидает. Вне игры нет. И Давид бросит Артему Худину. Все верно делают хоккеисты Руси. Убивая время в атаке. 40 секунд до конца и вбрасывание в зоне Ильи Грязев. Майор! Вверх!
И остается шайба в чужой зоне. Да еще и более того, практически под контролем Руси. Ну что, пойдет ли последний штурм? В исполнении хоккеистов Марина. Вот сейчас это есть. Морозов. Морозов уже около ворот бросает. Морозов. Рикошет. Гол! Или нет? Где шайба? Ой-ой-ой! Вот это моментище! Какой рикошет! И показалось мне, что все, уже шайба влетит в сетку. Ей просто деваться, казалось бы. Уже некуда было, но каким-то образом там спас свою команду Владимир Прокопов, или что-то еще там произошло. Не получился, конечно, бросок там хоккеиста Марина, но в любом случае шайба летела в ворота. Вот смотрим повтор. Здорово здесь действовал 21 номер Марина. Попал в конек, по-моему, кому-то. Либо в клюшку, да, в конек. И вот здесь, ну как же так, клюшкой? Клюшкой, похоже, отразил этот бросок Прокопов. А может быть и коньком, может быть и читком, неважно. Главное, что он свою команду спас. Все-таки получилось у Марина еще найти момент в этой концовке. И могли хоккеисты Марина от поражения уйти, но не тут-то было. Марина уступает в этом принципиальном поединке. Ну а команда «Русь» зарабатывает 2 очка в турнире таблицы. И таким образом сейчас команда опережает «Крылья Советов». Как минимум на 5-ю строчку «Русь» точно выйдет. Догоняет еще «Янтарь». Там надо посмотреть дополнительные показатели. К сожалению, не знаю. Сейчас нет у меня возможности это увидеть. В любом случае, «Русь» мы поздравляем с победой. Сейчас лучшие моменты этого матча, который вы уже смотрите. Ну и, наверное, постепенно надо прощаться. Спасибо за работу моим коллегам Олегу Меркулову и Алексею Мажарову. Спасибо вам, друзья, за то, что смотрели этот поединок. Воскресный хоккей очень и очень даже интересно получился. И хорошо, что этот матч нам в прямом эфире удалось посмотреть. До скорых встреч. Пока.